Вот, вверху две, три волны шифера сорвало, и боковина обшивка этого слухового окна. Здесь разорвалось, да, уже внутри? Да, вот. Вот. Это я уже задул просто пеной, чтобы не это самое. Но оно получилось у нас пролетело оттуда. Угу. С западной стороны. Потому что там и на стенке есть отметины. Ну летит все, но мы же так, мы знаем, мы же ориентируемся. Если Донецк у нас там, то, извините, Новотроицк у нас там. Вот оттуда летит. Вот красные огоньки вчера были, такие как теннисные шарики. И они летели, ну, трассера их называют. Я не специалист, они летели именно оттуда. У нас сотрудница была на улице, она как раз вешала белье. Это украинский там? Да. Да у нас мы вот, у нас же черта города, все. Какие военные здесь? Ну, какие здесь военные? Ну, скажите, какие? У нас, ну, будем так говорить, спальный район будем вот так. У нас везде жилые дома. Везде жилые дома. Военных здесь нигде нет. Ну, как-то можно же по-другому договариваться, понимаете? У нас-то здесь у всех у людей, ну, родственники и там, и здесь. Ну, как так вот? Вот как так может быть? Вот я не могу объяснить этому. У меня нет вообще, не то, что там понятия никакого нет, почему такие вещи происходят у нас.